Всем добрейшего времени суток, с вами Свет Небесной Жизни. Здорово, разрабы, если вы, конечно, еще будете смотреть мои ролики. Сомневаюсь, конечно, но все же заранее здоров. Решил я вернуться, кстати, говорим только что, кажись, а нет, все правильно выдали. Так, я очень давно не играл, но замечу, что, кажись, не было никаких больше этих самых вайпов. То есть, грубо говоря, считается все уже сбалансированным, поэтому теоретически я могу возвращаться в игру. Потому что больше всего не хотел возвращаться именно из-за вайпов. Да, я могу попросить разрабов, они мне сделают, скажем так, левел, какой я захочу. Пропишут денежки тоже, сколько надо. В любом случае, я сейчас буду пытаться разбираться, что к чему, что да как. Рынок, давайте для начала зайдем вообще в бой с чем-нибудь по типу пистолета. А где? А где мое оружие? А, точно, ниже вижу. Не понял, что произошло. А, все, понял, снарядить. Автомат брать не будем, возьмем. Погоди. Все есть. Карманы. Так, разрядить уже. А где снарядить? Рюкзак мне это не надо здесь пока. Капец, немножко неудобно на самом деле. Я даже банально не могу сейчас сделать. Так, это рюкзак, да? А можно мне в кейс? Кейс. А, это и есть кейс, хорошо. Так, ну все. В принципе, с кейса мы стартуем. Окей, погнали. Сразу заповедник. Не знаю, его изменили или нет. Плюс, не знаю, будет ли онлайн. Раньше ждали 5 секунд онлайн. 10 секунд, помню. И начинался бой. Сейчас то же самое. И начинается бой. Окей, блин, я волнуюсь, потому что игрушка моя любимая. В плане, типа, у меня тарков не тянет на ПК, поэтому мы играем в Shadow War Time. Опача! А как взять? Как взять? А, типа, некуда взять? Разгрузка отсутствует. А куда я кладу? В карман. Так, а чё я в карман положить не могу, лол? Жесть, разрабы, исправьте это неудобно. Я понимаю, что типа там это реалистично, но даже, я уверен, что даже чел, который пытается положить какую-то вещь в карман, это сделать с большей простотой, чем то, как делаю это я. Это делаю я. Ой-ой. Вопрос по поводу этих самых ботов актуальный до сих пор, я вижу. А, я понял, у меня нет этих самых. В смысле, я ж... А почему я перезарядиться не могу? Что происходит? Боль. Свалить. Только не иди сюда. Почему перезарядиться не могу? Я же... А, типа в кейсе не засчитывается? Понял, окей. Так, просто продолжим. Подождем немножко. Короче, кейс — это такая штука, в которой мы храним самое ценное. И реклама. Ах, боль моя, боль. Так, голдишка, я вижу, также дает за один этот самый выход из боя. То есть, грубо говоря, донат — это что-то такое сверхъестественное. За что разрабы? Так, погоди, это гарант безопасности. У меня лишь один вопрос. А зачем вы добавили амикорм? Типа, если вы его в самом начале, грубо говоря, просто дарите. То есть, вот персонаж, он у меня сразу стоит. Ну, грубо говоря, дарите, значит. Плюс сделать какую-то возможность, не знаю. Ну, реально, как бы, я понимаю, что чуть-чуть он ниже, чем палец находится, да? Хотя нет, тут как возьмешь, на самом деле, этот айтем. Но все равно очень неудобно становится. А где патрончики? Ага, патроны отдельно закупать. Боль. Ладно, давайте возьмем рюкзак, мы все-таки лутаться собираемся. Ну и давай тебя снарядить. Отлично, рюкзачок есть. Кармашки. Так, я пока выложить.
Так сделать нельзя, нет? Сейчас, секунду. По типу вот такой темы. Можно? Сейчас, секунду. Это карман ведь, да? А, нет, погоди. Типа как в Таркове. Сумку в сумку положить. Как, нет, нельзя, что ли? Ладно, окей, потом посмотрим. Я не здоров. А что, не так? Все в порядке, все хилится. Так. О, моя любимая КСУ. Хотя мне вроде ММ-ка любимая. Так, погоди. Кофе. Продать. Использовать, выбросить. Так, ладно, может быть, действительно из-за того, что у меня рюкзак отсутствовал, из-за этого я не мог сразу подобрать. Заранее извините, что гоню. Может быть, так оно и есть. Типа, ну, а в карманы положить нельзя, что ли? Или в разгрузку, не знаю. Ну, а вдруг? Типа, ну, логика просто. Ладно, будем надеяться, что когда я взял себе сумку, у меня все это исправится, потому что... Ну, меня это будет минимум напрягать. Погнали. Так, это мы. Все, понял. Это мы над парковкой. Хорош. Так. Нету. Чекайте, нельзя. А где кнопка взять все? Это же нереалистично, что за бред? Шина, давайте это возьмем. Я, чтобы это быстро сделать, надо... О, не, разрабы, зря вы убрали кнопку. Не, может быть это типа реалистично, но допустим, смотри, лутаешь ты чела. Пытаешься там что-то взять и как-то поставить, это положить, да, и не получается. Или вы это через какой метод сделали? Нет, и тыкаешь нету. Блин, я не знаю. Реализм добавился в этом плане, типа, да, но... Как бы толку от этого реализма, когда это не очень неудобно. То есть вот, смотри. Сейчас. Блин. Даже вот здесь подходишь, подбираешь сразу же, но вот. Вот. Берем. Хорошо, а если, допустим, я чуть-чуть смазал? Сейчас попробую показать. Вот. Типа я палец как бы навел, да? Но из-за того, что нижней частью... Из-за того, что нижний... Тап мой произошел снизу справа. Вернее, снизу слева от иконки. Я центром целюсь на центр этой самой ячейки. Из-за этого у меня каждый раз может быть мисс. И это, блин, дико неудобно. Еще говорю, что можно как-то это перевернуть двойным тапом или удержанием. А, вот вижу. Ага, и у меня сразу открывается какое-то окошко. А, потому что я вышел из игры, все окей. Бутылочка. Посмотрите, на какой... О, реклама. Так, окей, бутылочку мы просто... Где, что, что происходит? Все, бутылка исчезла? Нет, она сверху была. Вот она. Что происходит? Как мне себя это самое? А где бутылка? Все, забрали? Нет? Она даже не у нас, но она была... Все, она исчезла. Хорошо. Или нет? Все, да, исчезла. Блин, я не знаю. Так, автоматической сортировки нету, я помню, нам вроде говорили причину. Ну окей, хорошо, пробуем еще раз. Оп. Странно, почему тогда? Погоди. Ну вот тут же все нормально. А там, видимо, из-за того, что вышел с локации, наверное, поэтому. Ладно, окей, хорошо, не будем придираться. В каждой просто стороне есть... Ну, это, да, это удобно, что в каждой стороне имеется у нас... Этот самый... Возможность получить... Доступ к переворачиванию. Так, ладно, окей. Шина, карманы... Душаки... Блин, я, кстати говоря, не пофармил особо-то. Погнали еще раз. Не, погоди. Вот лишнее. Рынок, персонаж... Просто продать...
Пойдем ли мы? Давайте, 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 рискнем с Акашкой пойти. Разглядеть. Нет, снарядить. Ты... Ну да, понятно, почему. Капец. Я не могу это сделать. Что происходит? Что происходит? А как рядом их поставить, лол? Они реально рядом не ставят, или это баг? Я думал, все будет попроще. А, я понял, просто перескакивает эту ячейку. Наверное, здесь вода находится, которую я это самое выкинул. Вернее, которая у меня болтается. Ну, скорее всего, вода, потому что, ну, забагована, значит. Сейчас перезагружу игру. Секунду. Реально, это жесть. Я в шоке. Типа, я-то с разрабами раньше общался, у них там столько планов было, столько планов. И, в принципе, я вижу, что реализовывается постепенно, но, блин... Да, 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 это та самая бутылка. Это та самая бутылка. Что происходит? Моя любимая игра. Так, ладно, окей. Поскольку мы собираемся идти нормально фармить, значит, нам нужен броник. А, точно, снарядить. Снарядить. Наушники нам не дали. Ладно, обойдемся без них. Вроде на, как какие там... Я забыл калибр. Покажите мне, плиз. Калибр, калибр, калибр. Это есть? Да ладно, эти реально подходят. Возьмем себе сотку. Не, у меня просто в мозгах. А, точно, это же не АК-47. Хотя ладно, забейте. Все, все, забейте, забейте мне свои мысли. Я просто про калибр до сих пор думаю, а точно ли такой калибр? Там вроде другой был, нет? Семь... 64... Я забыл, короче, нет? Короче, ладно, может я туплю очень сильно сейчас. В любом случае, не было вайпа, аккаунт сохранился. Это спустя такой промежуток времени. Я не помню, вроде полгода не играл. И, кстати, говорили, что вроде как все хотят менять в плане типа дропа. Его там фиксировали, резали, увеличивали. И т.д. и т.п. Нет, я такой не ношу. Погоди, какая? Погоди, нет, погоди. А как проверить, что... А, понял, все, это... Это делается прямо тут. А как взять сразу? Ну, даже раньше вроде бы сделать, была кнопка отдельно, типа, взять. Разгрузка. Я боюсь шаги просто услышать, поэтому погромче сделал. А, в смысле, я разгрузку забрать не могу, да? Окей. Окей, alright. Так, бред. Я так понимаю, только перезарядкой, да? А как перезарядить? У меня же есть магазины. Видимо, надо в эти... Я так понимаю, по реализму это все должно быть в разгрузке. Чекаем? Нет. А как перезарядить? Офигеть. Я понял, окей, хорошо. И сразу она не реагирует. Угу, хорошо, запомнил. Так, надо зарядить сидельца. Я, конечно, понимаю, что это круто, что сразу заряжается, и, мол, игра длится 10 минут, мол, типа, все фастово, но все-таки я бы добавил какой-то промежуток времени. Лично я, мое скромное субъективное мнение, ни в коем случае не прислушивайтесь к нему.
мое любимое. Мое любимое. О, мое любимое старое. Я же хилку не взял. Короче, я понял. Тут, наверное, там все. Да, капец. Печалько. Я забыл про то, что надо брать бинты. Я думал, так полутаю спокойно. Ну нет, нет, с баги с ботами вообще не справили. Вообще ни капли. Так же сквозь стены проходит. Я помню, там какой-то прикол делал, типа, с дедом... С дедом Мазаем вроде, который там ремонт делал или что-то такое. Блин, я помню. Мне лично тема зашла, как вам, не знаю. Ой, это боль, это боль. Блин, я, конечно, могу шутку вспомнить про Путина и Рипт Пуп. По типу там «Жизнь в России — это боль». Ну да, но это нормально. Типа как бы... Заварил доширак и жри. Лучше вообще ничего не жрать. Ой, ничего плохого не имею в виду. Это просто прикол. Вспомнил, процитировал. Все, это все, что процитировал. Все. Болты, перевернутые болты. Столько же места занимает. А почему надпись-то перевернута? Ну, болты, болты. Болты, болты. Ладно, окей, без комментариев, это как бы, ну... Думаю, это правильно. Думаю, это правильно. А бутылка с водой также будет, да? Вот с водой. Да. Вот я сейчас не понимаю, зачем вот эти 3, 4, 5 кнопок. Одна вот здесь, другая здесь. Вот, типа, зачем вот эта кнопка, если тут есть еще две... Типа, камон, я логики не вижу. Типа, когда мы нажимаем просто на бутылку, да, она не появляется. Когда мы начинаем двигать, то у нас уже целых 5 кнопок для выбора. Зачем? Зачем? Можно вот эти боковые сделать, и будет нормально. Я тут лишнего в инвентаре не вижу смысла брать. Не, если вот эти кнопки боковые, которые 4 баговали, да, действительно, эта кнопка, если не баговала постоянно, вернее, она постоянно была гарантированно адекватно работающей, то окей. Но в ином случае я не вижу смысла. Так, ладно, next. Погнали. Нам нужны бинты. Нужны... окей. Тяжелый уран. И... Вот, сразу возьмем. И еще что. Фу. Так, бутылку мы выкинем. Вы поняли прикол? Она здесь находится, да? Или... Что? Куда у меня вещи исчезают? А где была бутылка? Где бутылка? Мне лично показалось, или она только что пропала? Чего? Ладно, после перезагрузки игры еще раз посмотрим, потому что, мне кажется, игра дико багует. С инвентарем здесь проблем до сих пор много, ладно. Шины, патроны. Карманы, 8-8, пистолет. Полагаю, тоже надо в разгрузку тогда будет слать. Это все позже посмотрим. Окей, хорошо. Так, гранаты добавили или нет? Это самый странный вопрос, как по мне. Магазин, медицина, рюкзак, патроны, разгрузки, рюкзаки, предметы. Нет. Вода, еда, медицина, магазины, прицелы, разгрузки. Нет, ни растяжки, ничего такого добавлять не стали. Хотя... Столько времени прошло. Ладно, окей, без комментариев. О, нет, не хотел я играть с реальным игроком. Игра в прошлый раз дико баговала, когда играл с реальным игроком. Учитывая, что интернет у меня хороший, устройство шикарное, но все равно баговало. Короче говоря, чекайте, что сейчас у меня нету брони, по сути, поэтому надо сразу убираться, наверное. Либо крыть как-то выход, вход, там, не знаю, чтобы чела подставить. Будем пытаться доминировать. А! Конечно! Конечно, будем! Угу. Я понял. Музыку убрал. Что? Что за... дайте мне выйти. Кнопка закрыть работой. А, у меня такое ощущение, что музыка у меня до сих пор из этого. Чё? Я выйти не могу. Я же говорю, когда играешь с игроками, куча багов. Я выйти не могу. Короче, вырубаем интернет, надеюсь, сработает.
Я не знаю, в прошлый раз эта тема работала, типа врубаешь интернет и тебя выкидывает, как будто ты даже в бой не заходил. То есть, надеюсь, сейчас сработает, потому что если нет, это капец. Еще раз. Секунду. Возвращение спустя долгое время. И вы потом спрашиваете, почему я не особо хочу делать обзоры. Действительно, почему же? Надо, кстати говоря, будет еще глянуть обнову. И вообще, что обновляли, точно. Как мне, вот эти баги, боты, которые проходят сквозь стены, во время именно онлайн-игры, когда вы играете, то сильно лагает сама по себе игра. Сама по себе. То есть, ты либо не можешь убить долго бота. Кстати, секундочку. О, заметьте, вещи у меня остались. То есть, да, метод до сих пор работает, можете им... А. Ну, это уже идиотизм. Как бы... Нет, это справедливо, да? Типа, ты вылетел, значит, умер, но... Но это несправедливо. Как по мне, это идиотизм. Короче, ребят, мой вам совет. Если в ближайшее время в патче, сейчас скажу, каком. Патч нотс. Ну, вот написано такое, не знаю, как правильно здесь сейчас или нет. А, точно, здесь же можно читать обнову, чуть позже прочекаем. Короче, стоит ли играть дальше, я не знаю. Не знаю, может, разрабы со мной свяжутся, расскажут что-нибудь интересное. Я сомневаюсь, конечно, но, как бы, я думаю, они уже забили на меня, потому что я очень давно не делал роликов. Я готов возобновить эту тему, но... У меня реально убедительная просьба. Постарайтесь сделать так, чтобы боты не ходили сквозь стены. Когда люди играют с друг другом, не было вот таких багов, да, то есть я играю, и меня, как описать, я не могу иногда убить противника, во-вторых, может сильно баговать игра, в-третьих, вот я зашел, видели сами в инвентарь, нажимал кнопку назад, нажимал кнопку закрыть, и у меня не закрывалось, и из-за этого я просто теряю вещи. Да, я понимаю, это как бы даренные вещи, это гроши, ну, типа, стандартный набор, так сказать, но... Это неприятно, когда это происходит с людьми, которые реально очень много играют для того, чтобы получить все эти вещи. Или, к примеру, вообще залутали всю карту, а попались, оказывается, они против реального игрока, и, допустим, не смогли просто выйти, потому что у них там забаговала игра, потому что они их сыграли в онлайн. То есть, когда они играли не против чисто ботов, а против игроков. Короче говоря, все, что было по багам, которое меня именно напрягало, оно осталось. Проход сквозь стены и игра с игроками, к сожалению, невозможна из-за вот таких багов. Учитывая, что у меня вполне адекватный телефон. Так. Угу. Окей, все. Спасибо за просмотр. Ребят, пишите в комменты, для меня крайне важно ваше мнение, потому что если вы будете писать в комменты, не надо подписок, не надо лайков, не надо ничего, просто комменты, то я буду продолжать эту тему, потому что... Мне важно ваше мнение. Если комментов не будет, значит, это вам не интересно. Если комменты есть, значит, интересно. Вот почему я вообще начал делать Shadow Fight опять? Потому что был один комментарий по поводу того, что я хочу Shadow Fight. Где? Какой Shadow Fight? Извините, Shadow War Time. Сорян, ребят, запутался уже немножко. Shadow War Time или Shadow... или Escape from Shadow. Вот. Раньше так назывался. Вот. А сейчас просто-напросто люди не пишут про это. И вот сейчас начали писать, я говорю, ладно, отзовусь. Собственно говоря, вот отозвался, вот сделал ролик. Спасибо за просмотр, всем пока, всем добра.